Кашин Николай Иванович, советский офицер, родился 7 января 1912 года в деревне Чадрома, ныне Устьянский район Архангельской области. В 1939 году пошел добровольцем в армию, участвовал в Советско-финской войне. С декабря 1941 года активно принимал участие в боях Великой Отечественной войны. В ходе операции «Багратион» 1944 года майор Кашин в боях за освобождение Белоруссии словом и личным примером вдохновлял бойцов на взятие штурмом вражеских укреплений. Батальон под его командованием освободил деревню Чернявка, форсировал реку Бася и в числе первых форсировал Днепр. 24 марта 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Подполковник Кашин прошел всю войну и, вернувшись на родину в Архангельск, был военным комиссаром Соломбальского района. Также подполковник Кашин был награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й и 1-й степени и орденом Красной Звезды, а также медалями.